Доброго медведя, мои дорогие зрители, с вами снова я, Киперс, и сегодня мы с вами поиграем в такую замечательную игру, как Five Nights at Candy's Remastered. Это ремастер на первую часть Five Nights at Candy's. Ну что же, поехали, посмотрим, что представляет из себя эта замечательная игра, Candy Burgers и, конечно же, друзья. Первая ночь, ну что же, поехали, здесь есть анимация. В этом ремастере здесь улучшенная графика, и вообще здесь все учитывается, то есть игра более реалистичная. Так, пасхалку не убрали, это отлично, даже субтитры есть вверху, вы просто посмотрите, здесь даже субтитры есть. Мне это очень нравится. Кстати, если вы присмотритесь на календарь, там будет написано, получается, 15 число. Вот это поворот. А сейчас 15 августа. Ничего себе. Итак, что же у нас здесь? Все отлично. Получается, у нас графика очень отличная. Аниматроники есть с освещением, есть отражение. Ну, ребят, короче, это ремастеры 2019 года. Это уже видно. Графика соответствует. Мне очень нравится. Вот отличие от того самого Five Nights at Candy's 2015 года, здесь очень хорошая графика, есть очень много отражений, короче, и тени есть. Ну, ребят, это заслуживает лайка. Кстати, если мы наберем на этом видеоролике 250 лайков, я сниму для вас прохождение номер 2. Получается, третью и четвертую ночь. Ну, возможно, только третью. Посмотрим, что представляет из себя игра. Не будем пока делать выводов, пока аниматроники еще не ходят. Час ночи, все нормально, все отлично, все хорошо. Кстати, управление даже легче, чем в 2015 году. Это очень меня радует. Прям вообще топчик. Если у вас стальная мышка, все, эта игра именно для вас. Потому что все здесь при помощи мышки делается. Только мышка задействована в эту игру. Ладно, погнали дальше. Так, у нас сейчас ночью, все хорошо. 93%. Кстати, это очень даже реалистично, то, что проценты не тратятся, если я не включаю ночное видение. Это очень круто. Кстати, вот такой милый бургер. Посмотрите на него. Топчик. И мне понравилась задумка вообще фанатов FNAF, что здесь вообще не пиццерия, как обычно во всех пародиях, а это тут бургерная, типа ресторан, все такое настоящий. Здесь и бургеры есть, а там только пицца, да и все. Итак, пока никто не двигается, можем закрывать двери. Ну, если я несу какой-то бред, не обращайте внимания. Это просто от того, что я лежу, в принципе, в больнице. Правильно, да? Так, 91%. Это отлично. Кстати. Вот. И, возможно, кстати, я очень хочу закрыть все двери и посмотреть, насколько быстро тратится энергия. Как вы видите, энергия тратится довольно быстро. Мне это радует, что здесь все реализовано прям на ура, на отлично, прям. О, Кендик пропал. А ну давай, где он? Где этот нах... Вот он. Кстати, смотрите, какой он красивый! Как... Блин. Это вообще топчик. Реально, топчик. Прям вот пипец топчик. Эти все отражения. Ну это реально... Сейчас заплачу, блин. Это топчик. Все прям как в оригинале, только с улучшенной графикой, с отражением, с атмосферой. Еще и атмосферу добавили. Ну, молодцы. Те, кто это сделал, вы просто молодцы. Я, кстати, ссылочку в описании оставлю на эту игру. Можете поддержать разработчика даже. Итак. Без ночного видения, как вы видите, как и в оригинале, у нас получается белые глаза. И, кстати, у Кенди тут отражение, все такое. Ну, реально.
Вообще супер. Кстати, тут не реализовано то, что здесь, в этом вот проходе, должен стоять Кенди. Ну, это как бы по правилам или нет? А ну, сейчас посмотрим в камеры опять-таки. И где находится данная локация? Пятая камера. Так. А, нет, это вторая камера. Фу ты, блин. Еще посмотрим. Так, вот. Синди у нас стоит. Ну, реально, и Синди с отражением. Ну, очень круто. Итак. Кошаки выдвинулись на охоту. И где он? А, он направо, я так понимаю, пошел. Да, на девятой камере, вот. Как он здесь прям еще лучше выглядит. Смотрите, его можно смотреть во всей красе. Честер у нас, получается, на второй ночи активируется, как я помню. Да? Или это Честер, ну, типа, работает как Фокси. Если не смотришь на него, или же ты много на него смотришь, он начинает выглядеть. Посмотрим, ребят. Восьмая камера. Все ясно. С тобой, Кенди. Он, кстати, я хочу, чтобы Кендик добрался до нашего офиса, посмотреть, что да как. Может, даже с анимацией будет. Это реально будет круто. Мне, если бы мы могли еще ходить, мне бы это напоминало, типа, КНАФ. Поняли, да? О чем я веду? Так. Надеюсь, что этот Кенди к нам придет в офис. На седьмую камеру давай. О, отлично, молодец. Кстати, звуки отличные. Когда переход на камеру идет. Такого в оригинале вроде я не видел. Так, как вы видите, Кендик у нас уже пробрался на седьмую камеру. И жалко, кстати, что у аниматроников анимации нет. Вот, смотрите. Ну, как обычно, только графика улучшенная. Я хотел бы, чтобы разработчики добавили возможность ходить, чтобы видно было движение аниматроников. Стоп! Блин, это Честер? Чё? Он на первой ночи уже? Ясно. Я не пугаюсь, что он здесь. Ну и ладно. Так. Опа-на! Здорово. Так. Не, ничего не резонно, типа с этого. Ну ладно. 6 часов. Мне очень нравится пока что игра. Очень нравится. Прям вообще топчик. Так. И посмотрим, что у нас там с мини-игрой. Как видите, у нас опять Ладинг Фит. Загрузка. Итак. Ну-ка, давай. Показывай. Чудо, как там у нас. Так, смотрите, тут реально графику улучшили в разы даже в мини-геймах, так скажем. Тоже улучшили графику. Это... Опа-на! О, привет! Прикольно. Я не буду отходить. Уходи! Уходи, ты мне не нужна. Марионетка. А ну, уходи. Так. Опа-на! И поймали нас. Ну и ладно. Хрен с ним, как говорится. Итак, все ожидания на вторую ночь. Я хочу посмотреть, что у нас там на второй ночи. Я только знаю, что на второй ночи в оригинале у нас Честер выдвигался. Больше там никого вроде не было, только три аниматроника. Посмотрим, что у нас там. Кенди по задумке должен уже сойти в 12 часов со сцены. Как в оригинале, короче. Субтитры у нас опять-таки идут, и мне это нравится. Мне это очень нравится. Как всегда, у нас нос Кенди и Синди в деле. Надеюсь, вторая ночь оправдает мои ожидания, и она будет чуть-чуть, совсем чуть-чуть хардкорной. И хочется посмотреть, что у нас там представляет из себя вторая ночь. Итак, пока катаны у нас никуда не идут. Мало... Итак, ребят, продолжаем. Получается, у нас есть вот такие вот милые-милые аниматроники. 94% у нас пока что. Это меня радует. Очень радует. Вот реально. Бургер у нас вместо кекса. Я считаю. Так.
Опа-на, Честер выходит на охоту. Но я знал, что Честер у нас все равно будет выходить на второй ночи. Это по принципу, в принципе, Фокси, да? Он выходит быстрее всех, и тут у нас Пингвин? Что? Кенди у нас вышел на охоту, понятно уже. А вот пингвин, это пипец. Прикольно. Так, Кенди у нас получается уже здесь. Это хорошо. Это хорошо. Так. Синди здесь, все здесь. Куда ты пропал? Фунгай, подожди. Ладно, все равно. Ну, ребята, я просто восхищаюсь графикой Five Nights at Candy's Remastered. Она очень качественная, проработанная до всяких мелочей. Мне это очень нравится. Ну, короче, советую скачать. Эта игра вообще супер. И за гранью всего понимания. Кенди у нас, получается, подходит с правой стороны. Итак, он подошел. Закрываем двери. Сейчас посмотрим, где он там. Так, все, он ушлепал. Так, открываем дверь. Все у нас получается хорошо, пингвин. Не знаю, что ты здесь, можешь даже ничего не делать. Так, Синди у нас стоит здесь, понятно. Честер у нас здесь, мы его тут тоже будем мониторить. Все будет у нас чики-пуки, 2 часа пока что. Будем жить. Так, Синди уже на третьей камере. Ой, этот Честер уже сдвинулся немножко. Пингвин подвинулся, где этот пингвин? Ладно, давайте закроем дверь от Синди, посмотрим, где она там. Все, она ушлепала. Теперь мы можем открывать дверь. Так, что там у нас по пингвинам? Здесь он на второй камере стоит, получается, да. Так, 9-я камера, Честер, все хорошо. 71%. Ну, все четенько, ребят. Все четенько. Главное не накаркать. Хотя вторая ночь сама по себе легкая, но легче, чем получается первая ночь, конечно же. Так, Честер уже на второй камере. Так, здесь уже Кэнди. Пингвин уже на третьей камере, получается. Окей. Окей. Все хорошо. Не все хорошо, конечно, но они в ряд идут, понимаете? В ряд. 8-я, 2-я и 3-я камера. Так, пингвин уже подошел. Закрываем. Мы его не боимся. Пошел нафиг. Утырок мелкий. Так. Честер у нас тоже подходит, получается. Он... О! Слышите, он какой-то быстрый. Чувак, не быстрей. Не быстрей. Все. Так, сейчас у нас, я так понимаю, Кенди уже рядом. Да, Кенди по левой стороне пошел. Ну, я его уважаю. Так, ладно. Все. Мы с вами смониторили, где кто находится, получается. Честер у нас сейчас запрятался уже. Молодец. Так, здесь у нас Синди. На второй камере. Синди уже на 5-ю камеру. Кстати, они быстро перемещаются. Стоп. А этот стаканчик был? Я только заметил. Он был у нас на предыдущей ночи? Или у нас за каждую ночь будут достижения? Давай так. Кенди у нас пришел, получается. Можешь уже выходить, все. Так. 53%. Ну, я не знаю, стаканчик был или нет. Я вроде бы не помню, что он на первой ночи был. Ну, ладно. Напишите в комментариях, был ли он или нет. Я уже забыл. Ну что сказать, я жду от вас 250 лайков. Я хочу, чтобы вы подняли на этом видеоролике хорошую активность. Мне эта игра реально понравилась. Хочется играть и играть в нее. Она очень интересная по себе, даже удержаться нельзя. Получается, 250 лайков, и вы купили новую серию. Правильно? Правильно. Все, жду. Так, пока носики... пожмем. Так. Все. Не надо. Опа-на, Синди. Хорошо, что на 4-ю камеру заглянул. Так. Кэнди уже на 3-й. Хорошо. Я всех мониторю. Так. Честер или Кэнди? Честер или Кэнди? Кстати, они довольно активны стали. Так. Честер у нас подошел. Отлично. Закрываем. Где там Кэнди? Кэнди подошел? Нет. Закрываем. Ой, открываем. Здесь мы сейчас закроем, наверное. Так. Сейчас промониторим, где у нас получается. Синди здесь. Кенди у нас еще не
Пошел на четвертую камеру. Молодец. Пока что можно отпирать. Так, Честер уже выглядывает. Что-то он зачастил. Не надо так. Синди даже быстрее пришла к Кенди. Кенди, ты чё? Ну, в принципе, правильно. Девушку пропускать надо. Так, Кенди у нас здесь стоит, на третьем камере. Хорошо. А где у нас, кстати, пингвин? Так, Кенди у нас наконец-таки... А, вот пингвин. Только про него вспомнил, он уже пришел. Молодец. Так, Синди у нас уже на... Получается... На камере возле сцены, на 12-й. Так, 5 часов у нас, отлично. Все хорошо. Сейчас к нам придет мистер Пингвин. Так, все, он пришел. Закрываем двери. Все отлично. Ну, я даже не сказал, что она сильно легкая. Она довольно-таки средняя, потому что, ну, здесь аниматроники могли вполне надрать жопу мне. Потому что они довольно активные в этой ночи. Так, 6 часов. Отлично, мы прожили свою смену, я очень рад. Все отлично. Итак, сейчас посмотрим мини-игру. Здесь у нас вроде бы как камера не отпирается, так, загрузка. Знаете, иногда слышны вот звуки детей в этой мини-игре. Как раз таки сейчас это и происходит. Кто-то убил кого-то. Получается, да? Да, конечно. Так, 23 сентября 87 года. Ну давай. Показывай, что случилось-то. Я слышу крики. Все нормально. Мне главное... Ладно. Лучше бы вы мне не показывали. Пипец, это отвратно смотрится. Ты что, кишки запихали в эндоскелет? Ничего-то я не понял. Ну ладно. Итак. Если вам понравился данный видеоролик, обязательно оцените его лайком и подпиской на канал, если вы же, конечно же, заинтересовались моим контентом. И пишите свой топовый комментарий, и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новых видеороликов. Всем удачи и всем пока-пока!